Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Сегодня я расскажу вам, как я подготавливаю баллоны для консервации наших продуктов. Обязательно хорошенько мою все баночки и баллоны содой и можно немножко средства экологически чистого, но без запаха. Вот такая губка металлическая и обычная губка. Хорошо моем баллоны. Если их много, банок и баллонов, то удобно это делать в тазике. Но смывать обязательно нужно под проточной водой. После того, как мы все хорошенько вымыли, у нас все чистенько, отправляем наши баллоны в духовку и ставим на минимальную температуру, примерно на 10-15 минут. Для меня это самый оптимальный способ и самый удобный. Всем хорошего настроения и вкусных заготовок! Пока-пока! До новых видео!